Всем привет, друзья! Хоть один день у нас начинается не так, как обычно. Сегодня приехал с самого утра в центральный корпус ВГТУ с Углетика. Написали там еще в 8 утра какие-то контракты надо подписать. Идем выяснять, что к чему, зачем и вообще почему это надо. Вот, идем сюда, в центральное здание. Вот это сделали административным зданием. Перенесли туда всех, кого можно, из администрации. А все остальное — это учебные корпуса остались. Административные дела закончились за 5 минут. Спросил, что там, подписал, все хорошо, и можно ехать дальше. Было бы еще отлично, если бы все это было вообще в электронной системе с электронной подписью. Прислали на почту, почитал, посмотрел, подписал и закончилось. Ну, хорошо, что хоть так, никакой бюрократии, 5 минут и все сделано. Кстати, у нас сегодня погодка, вы можете смотреть, как деревья шатаются. Ветер ужасный, просто. Ну что, как вам погодка? За 5 минут град, за 5 минут гром, и уже снег начался. Слышите, какой гром? Идеальная погодка, можно сказать, просто. Мы все в снегу вот просто. 5 минут, не больше. Просто 5 минут, вот. Ну, правда, минус того, что оно сразу все растает. Просто слякоть вот такая получается. Спустя еще 10 минут. Все. Снег закончился, дождь закончился, все закончилось, небо ясно. Отлично. И чем нам не Великобритания по погоде? Хорошей погоды нам принесли 3 посылочки. И самое интересное, что когда мы выходили, в ящике лежала только брошюрка. А когда вернулись через час, уже были посылки. Так что Саша доволен. Да, ты доволен? Снова я в Эрмитаже решился, возьму одну такую. Мне должно ее хватить, в принципе. Так. Да, и взял еще саморезику вот таких. И, конечно же, там еще есть умывающая жидкость по скидке, которую сейчас возьму. Мне прошло и 3 года, наконец-то я купил эту жидкость. Сейчас ее залью. За 3,99 вместо 6 евро купил. Ну, не зря я ждал скидку. Блин, теперь еще в это горлышко нужно попасть. Ой, зеленой пробочки нету, как всегда. Дешевый? Ладно. Будем попадать. Thank you.
Как-то так. Ooh, there ain't nothing I can do. Ooh, there ain't nothing.